Студия журналистики «Автор» существует в Дворце творчества детей и молодежи 20 лет. Те, кто приходит заниматься в нашу студию, с первых дней погружаются в неповторимую атмосферу телевидения. За внешней легкостью этого занятия скрывается тяжелый, кропотливый труд целой команды. Съемки сюжетов, написание текстов, интервью и опросы, запись закадрового текста и монтаж – это маленькая часть ежедневной работы. Выдержать такой темп под силу не каждому, но те, кто прошел курс начинающего журналиста в нашей студии, чаще всего связывают свою будущую профессию именно с этим занятием. Юлия Урванцова занималась в студии 3 года. За это время она стала автором более сотни сюжетов на абсолютно разные темы. Когда в 11 классе перед Юлей стал выбор, куда пойти учиться дальше, неудивительно, что она выбрала журналистику. Меня привлекает журналистика, потому что я могу побывать на разных мероприятиях, пообщаться с интересными людьми и самое главное, что об этом потом могу рассказать своим зрителям. В детстве Юля мечтала стать дизайнером, режиссером, артистом. А придя в студию журналистики «Автор», она поняла, что все эти профессии можно совместить в одном занятии. Профессия журналиста очень творческая и очень многогранная. Я могу попробовать себя в разных ролях. И в роли режиссера, и в роли автора сюжетов, и в роли оператора. И даже могу подобрать к своему сюжету музыку. Для продолжения обучения Юля выбрала факультет журналистики Саратовского государственного университета имени Чернышевского. Кроме традиционных результатов единого госэкзамена, необходимо было пройти еще и специальные испытания. Вступительные испытания для меня показались сначала очень сложными. В первый день я должна была ответить на вопросы теста по истории, географии, литературе, обществознанию и написать сочинение. Я выбрала тему об ответственности журналиста, потому что она очень актуальна. А во второй день было собеседование, где члены приемной комиссии задавали разные вопросы о журналистике, об истории журналистики, о темах, которые сейчас актуальны. Я на них смогла успешно ответить благодаря тому опыту, которому я получила в студии. Совсем скоро начнутся занятия в ВУЗе, но Юля планирует не только приезжать в гости во время каникул, но и вернуться в родной город после обучения. Вырастая, выпускники студии журналистики «Автор» становятся операторами и журналистами, снимают фильмы и телепередачи, работают в новостях и создают авторские проекты. Они все очень разные, но их объединяет любовь к своему коллективу. Поэтому они всегда с радостью готовы помогать студии и новым воспитанникам.